содержание Заягрубского района, где мы сейчас находимся. Был проведен конкурс, выиграла подрядная организация, непосредственно стройкомплекс, руководитель Квязин Николай Васильевич. Эта организация также занимается уборкой северного микрорайона. И теперь у нас будет северный и Заягрубский район заниматься подрядная организация, стройкомплекс, а индустриальный и ЗШК будут продолжать заниматься спецавтотранс. Дополнительно приобретено порядка 30 единиц различной техники. Это и погрузочной, и специализированной для уборки нашего города. И персонал, в связи с тем, что Заягрубский район у нас появляется с 1 января, добавлено дорожных рабочих еще порядка 30 рабочих мест.